В Кемерове в эти минуты завершают разбор завалов. Там рухнула крыша в торговом центре. Сложились перекрытия второго этажа. В момент ЧП в здании находились люди. Из-под обломков спасатели вытащили 4 человек. Двое смогли выбраться сами. Всем потребовалась госпитализация. Известно, что здание было построено около 30 лет назад. Следственный комитет начал проверку.